Добрый день, компания Boston Техника. С вами Ильдар. Сегодня у нас в обзоре трактор МТЗ-82.1. Год выпуска 2013. Наработка данного трактора 5000 моточасов. ПТС оригинал. Тяговый класс 1.4. Мощность 82 лошадиные силы. Данный трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и оборудованием. Отличительной особенностью МТЗ-82 является наличие переднего моста портального типа с коническими редукторами. Вот он, портальный мост. Задний мост имеет возможность блокировки дифференциала как принудительно, так и в автоматическом режиме. Тормоза механические, сухие, раздельные. Имеется возможность раздельного торможения задних колес, что увеличивает маневренность данного трактора в стесненных условиях. Гидросистема здесь, гидробак, соответственно, насос НШ-32, гидрораспределитель, ну и гидрошланги, соответственно. ВОМ двухскоростной. Вот он находится. 540 и 1000 оборотов в минуту. Данный трактор можно увидеть как в сельском хозяйстве, так и в дорожном строительстве и в коммунальной сфере. Поэтому оборудование на него настолько много, что перечислять его даже нереально. То есть это самый массовый и распространенный трактор, который имеется у нас в России, скажем так. Состояние техническое удовлетворительное, хорошее. Износ резины процентов 45, не больше, по-моему. Вот видно протектор какой, что передний, что задние колеса. АКБ стоит свежий, заводится с ключа. Кабина новая, остекление все целое. Оптика работает, фары, как говорится, светят. Вот, передок включается, соответственно. Трактор в технически исправном состоянии, готов к работе. Поэтому компания Boston Technic, еще раз напоминаю, звоните, ответим на все вопросы, поможем с доставкой. Всего доброго и до свидания.